мы будем играть на супер ускоренном. И я долго там очень болтал все это дело, потому что прохождение длится около 3 часов где-то. И поэтому, ребят, ну, я просто вот думал, как это все выкладывать, как это делать на стриме или где, как вообще это проходить, как все делать. Все-таки я решил снять данный видеоролик, потом некоторые моменты убрать и оставить только самое нужное, а именно, ну, примерно 16 минут этого видеоролика. В общем, ребят, что я вам могу сказать, ребят, наверное, приятного просмотра, ребят. Это все снимал Александр Сучков. Вот я, Александр Сучков. Кто знает, кто не знает, но это я. В общем, я прошел Hello Neighbor Beta 3 за несколько часов игры. Все смонтировано, все ускорено, то есть за 16 минут мы пройдем полностью игру. Ну, уже не за 16, потому что это закадровый голос, поэтому мы здесь пока что остановимся. Ну все, давайте мы начнем. Ребят, мы начинаем. Итак, начинается у нас тут начало наше, так как я заново перезашел, потому что вы помните, что у меня магнит примагнитился к другой фигне. И поэтому вот так вот. То есть мы бежим, тут открываем дверь, бежим сюда, сразу забегаем сюда. Дальше нам нужно запрыгнуть сюда, дальше открываем потайную дверь под картиной. Так, дальше открываем двери, перепрыгиваем сюда, снимаем нашу картину, мы ее падаем, и, в общем, я тут остановил время. Так, включаем сразу открытие, потому что по-другому никак, наверное, открыть это. Но мы хотя бы что-то сделали. Так, открываем двери, все двери, чтобы они были готовы. И дальше вот сюда прыгаем и со стулом бежим по рельсам сюда. Значит, открываем сразу дверь. Это нам нужно вот этот вот проигрыватель. Прыгаем сразу сюда, открываем вентиль. Вообще можно было его сломать, но как бы не все равно ли. Потому что если его сломать, то с водой ничего не выйдет. Но нам нужно всего лишь один раз нажать вентиль. Так, дальше. Стул зачем нам нужен? Берем пирог, он нам пригодится. Я в прошлом видеоролике не брал его, потому что я думал, для чего он вообще нужен. Так, окей. Берем наш ключ, который мы будем все открывать это дело. Так, дальше. Так, значит, переходим по крыше сюда, прыгаем сюда, идем сюда. Здесь, значит, у нас дверь не открывается. В прошлом видеоролике мы это сделали уже. Здесь мы делали офигенное количество коробок, и я нашел новый метод получения этой двери. Так, берем этот проигрыватель, берем фонарик, кладем фонарик сюда, дальше проигрыватель ставим сюда. Ключ мы никуда не кидаем, берем скейт сюда, ставим куда-нибудь, берем подушку, ее мы скидываем сюда. И берем кепку, тоже ее сюда ставим. То есть, как на картинке было нарисовано в нашем доме. Нам осталось только гитара. Мы выключаем генератор и спрыгиваем теперь там, где были вагонетки. И дальше мы переходим в комнату с камерами. Выключаем камеры и переносимся на крышу. На крыше, значит, мы здесь идем сюда, спрыгиваем сюда. Дальше кидаем этот пирог, открываем двери и, в общем, берем магнит. С магнитом, значит, мы переносимся сюда, открываем вот эту дверь, берем этот, как его звать-то, ключ. Ключ примагничиваем, мы открываем эту штуку, у нас появляется потайная дверь. Дальше мы перепрыгиваем сюда, открываем дверь, закрываем ее, кладем ключ, берем антенну, ставим ее несколько раз, чтобы коробки расфигачились. Мы дальше сюда переносимся, заходим в эту дверь. И вот тут вот магазинчик. Как вообще с ним что делать? Я долго думал, долго этот видеоролик снимал. И именно вот этот момент я решил все-таки сделать. Мы сразу все переносим. То есть не обращаем внимания на ботов. То есть обычно нам нифига не надо. Ну ладно, можно взять тут чуть-чуть какую-нибудь еду. То, что нам пригодится, по одной вещи. То есть понабирать тут всего. Например, вот это все. То есть все нам набрать. Возвращаемся теперь к нашей тележке. Ой. Так. Тут они пока что отъезжают. Потому что тут заканчивается у них эта штука. Так, дальше мы переносимся дальше. То есть у нас в руках все это остается. Мы с нашей тележкой переносимся сюда. Но так, накидываем сюда все. И у нас что осталось? Так, теперь мы должны сделать кое-что еще. Набираем все, что осталось, а именно то, что нам нужно. Берем коробку и возвращаемся сюда. Так. Все, они отбегут, наверное, от меня. Так, значит, что мы делаем?
Дальше бросаем сюда коробку. Она нам для этого всего пригодится. Так, я думаю, это все нам пригодится. Так, все. Вроде мы все сделали, мы все проверили. Так, теперь мы должны еще кое-что взять. Здесь берем еще одну коробку. Нам еще пригодится. Кидаем ее, потому что у нас пропала одна. Так, у нас все закрывается, у нас все считается. И мы все взяли, и мы прошли. Переходим к двери, все. Мы прошли данный квест, так его назвать можно, наверное. Так, ставим сюда манекен. Дальше переносимся сюда, берем сюда манекен. И мы дальше переносимся к вот этой лестнице, там, где у нас камеры. Перепрыгиваем сюда, мы попали в капкан. Мы берем этого манекена, опять ставим сюда. Дальше переносимся мы сюда, открываем этот, получаем вот этот лом. Мы его берем магнитом и переносим к нам домой. Зачем? Затем, чтобы его, как ну сказать, да, остудить водой. И мы можем брать магнитом. Так, теперь держим его под водой. Несколько секунд, 10, наверное. Все, у нас обычный лом. Теперь берем лом, и мы теперь будем сейчас открывать именно доски, которые находятся здесь. Открываем, 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 стол убираем и продолжаем это все открывать дело. Доски можем выкинуть, они нам не нужны. Потому что нафиг они нужны. Так, берем дальше ключ. Ключ-карта у нас открывается, когда мы выключаем все это. То есть у нас нету энергии, а значит и карточка наша размораживается. Так, лом нам больше не нужен. Берем наш замороженный глобус и несем его сюда. Так, несем его сюда, ставим его сюда. И теперь идем, идем вниз, идем сюда, там, где мы обычно ходим с вагонетками. Но на этот раз мы идем к там, где была вода. Она заморозилась, потому что глобус заморожен. Берем опять наш проигрыватель, второй, которого мы пытались как-то достать, но у нас не получалось. Берем коробку, мы теперь пробегаем, пока наш вагон там что-то делает. Так, теперь что мы делаем? Здесь мы должны прыгнуть сюда, как я понял. Так, и дальше мы должны здесь прыгнуть на этот вагон. Дальше мы должны переместиться сюда, поставить прогиратель сюда, и наши кусты магическим образом они куда-то уберутся, скроются, и мы их больше не будем видеть. Так, открываем эту штуку, бросаем сюда коробку, чтобы все у нас тут сломалось. Дальше идем сюда, к нашей мельнице, на которой мы были недавно, в одном из моих видеороликов, я там пытался как-то что-то сделать. Берем, кидаем туда косточку, кидаем наш проигрыватель, кидаем манекен. Так, и что мы делаем дальше? Дальше переносимся мы сюда, берем коробку, ставим коробку и запрыгиваем там, где у нас были коробки, где мы делали лестницу. Так, дальше переносимся сюда, где магнит, берем зеленый ключ и переносимся опять сюда. Берем манекена и возвращаемся сюда, именно где мы кусты еще убирали. Через вагон опять возвращаемся сюда. Теперь прыгаем и на зонтике уже переносимся сюда. Так, у нас тут стоит какой-то этот манекен, мы его тоже берем и переносим его там, где были камеры. Так, берем опять магнит, он нам еще пригодится. Так, берем, выключаем камеры и ставим его сюда, именно этого манекена. Потому что у нас будет праздник манекенов, и, в общем, надо его поставить, как-то он постоянно падает. В общем, ставим его, чтобы он стоял, все, чтобы они стояли, ищем еще одного манекена, потому что это все надо. Так, для прохождения. Так, открываем дверью ключ, который мы нашли, ключ. И дальше мы переносимся в эту комнату, где мы нашли эту штуку. Так, нам нужно, чтобы здесь ничего не падало, как я уже это все пытался сделать и делал. Так, как мы делаем, берем теперь коробку, мы теперь рестартуем все. У нас получается день, и в дне, в самом дне мы теперь, у нас так как у нас день, мы теперь бежим от соседушки. Далеко бежим от него. И так как у нас день, мы переносимся теперь сюда, где мы только что были, и уже в день открываем эту дверь. Так, после этой двери, вот она, ночная дверь открытая, и мы берем последний кусок торта. Ставим здесь коробки, чтобы у нас ничего не закрылось. Так, открываем дверь. Под дверью вы найдете гитару. Она как раз нашему, ну, не ландшафту, ну да, типа как ландшафту, нам она пригодится, но не сейчас. Берем вагон, переносимся на нашу крышу, здесь опять у нас наши кусты. Так, и что мы делаем дальше здесь с нашими кустами? С кустами очень даже просто. Мы теперь разбиваем здесь окно и прыгаем именно в него. Через зонтик открываем здесь, ставим кусок торта, берем два куска торта, переносимся сюда и ставим торт.
нам выдается приз, а именно наше ружье, которым мы будем убивать соседа. У нас получается, что у нас сосед здесь где-то. Дальше мы кладем это все дело сюда и закрываем. То есть нам ничего такого не нужно. Так, дальше. Переносимся мы сюда. И уже здесь мы... Так, здесь капкан. Переносимся дальше. Дальше здесь нам надо что? Открыть эту штуку, и мы так переправляем ружье наше. Так, дальше. Что мы делаем дальше? Значит, что нам надо сделать? Так, открываем эту штуку, так как у нас ничего не открывается, мы открываем эту штуку. И после этого мы должны что сделать? Мы должны это все еще раз перепроверить, переделать. Так, и как нам надо сделать, чтобы это все открылось? Так, значит, как это сделать? Так, мы берем, значит, что делаем? Значит, мы дальше сделаем здесь эту штуку. Так, значит, мечи сюда, переносимся сюда. И дальше мы здесь делаем что? Дальше у нас ничего здесь не открывается, и нам придется, наверное, рестартоваться. Потому что у нас все закрыто. Рестартуемся, переносимся сюда, открываем эту камеру, берем этот ключ. С ключом переносимся опять там, где у нас были эти странные кусты, переносимся в дверь, открываем дверь. И после этой двери мы переносимся уже куда-то в какую-то гигантскую, даже можно сказать, какую-то штуку. В гигантской штуке мы, значит, делаем все. И уже переносимся в сюда. Так, берем, прыгаем в торсо. То есть мы уже тренируемся прыгать. Мы именно тренируемся прыгать в этот тостер, потому что он нам пригодится в дальнейшем прохождении игры. Так, дальше мы от мыши прячемся здесь. Дальше перепрыгиваем сюда, дальше сюда, сюда, сюда. Открываем этот рычаг, перенаправляемся опять в этот тостер и забегаем сюда. Дальше перепрыгиваем сюда, берем дротики, а именно 4 дротика, да, запускаем самолетик. По самолетику мы переправляемся сюда, и дальше мы идем по гигантским каким-то кассетам, ставим дротики и запрыгиваем по этим дротикам, оставляем один дротик здесь. Дальше запрыгиваем сюда, дальше мы переправляемся сюда, оставляем дротик и бежим отсюда. Так, здесь мы бежим сюда. Значит, здесь мы ждем, пока эти, ну, не роботы, манекены, в общем, побегают. Дальше мы бежим дальше и запрыгиваем в следующий шкафчик. Они опять бегают, пытаются меня найти, ничего у них не получается. Мы выпрыгиваем и дальше бежим. Дальше нам надо бежать, и мы третий находим этот шкафчик, садимся в него, и дальше что мы делаем? Дальше нам нужно бежать дальше. И будет у нас дверь. Нас ловит офигенно огромный манекен, который как бы, ну, как живой, в общем, какой-то роботизированный. Он нас ловит, мы его убиваем и переходим в эту дверь. У нас остаются наши зонтики, открываем эту дверь, переходим сюда. Дальше берем наш зонтик, потому что у нас все пропадает, и бежим, бежим, точнее не бежим, а летим сюда. Так, открываем, здесь дофигища камер, и у нас соседушка там стоит. И мы перепрыгиваем сюда, и по-быстрому это все проходим. Запрыгиваем сюда, сюда мы уже здесь все пропрыгали, там где мыши еще были. И, в общем, открываем теперь наш рычаг. Ну, не рычаг, а как он, выключатель. Здесь дальше идем по лестнице дальше мы направляемся в вот сюда. И вот сюда заходим в нашу дверь. В двери мы, значит, видим огромнейшего соседушку и вдруг наша гитара. С гитарой что мы делаем? Мы никуда ничего выкинуть не можем, потому что это странные довольно-таки окна стали, и поэтому непонятно, что делать вообще. Так, что мы делаем дальше? Выпрыгиваем, так как у нас здесь немного не проработано, но мы берем именно две вещи. Именно мячик и скейтборд. Он нам пригодится сейчас. Так, открываем вагонетку, у нас вагонетка сейчас будет ездить, и мы теперь кидаем это все в выключатель. Мы попадаем по выключателю и бежим сразу сюда. Значит, мы бежим сюда. Дальше, здесь мы запрыгиваем вот сюда, и мы дальше переносимся вот сюда. Запрыгиваем наш тостер, и под тостер мы уже направляемся сюда. Выключаем выключатель, идем к нашей вагонетке, и по вагонетке мы уже перенаправляемся в какую-то огромную штуку. То есть огромные там коробки. То есть это как бы было как с мышами, только что, с мышами. Так, мы перенаправились здесь, открываем окно, успеваем, и дальше мы должны здесь выключить выключатель. Успеем забрать наш зонтик, и дальше мы перенаправляемся к нашему огромному проигрывателю. Но сначала давайте
дом проверим. Мы переправляемся в наш дом. И здесь мы должны забрать кое-что. Забираем свечу и направляемся теперь вниз. То есть по низу. Теперь мы должны поджечь наш... как его называть-то? Бомбочку нашу. Так, зонтики. Зонтики нам не нужны. Так, берем, значит, бежим сюда. Дальше опять бежим в тостер. И по тостеру мы перенаправляемся уже к нашему проигрывателю. Но сначала давайте перенаправимся в наш... все-таки давайте его сюда. Здесь мы все это поджигаем дело. И у нас все-таки сосед как-то будет раненый. Так, дальше. Мы перенаправляемся сюда. Дальше мы бежим опять, как всегда, по нашей тактике. Опять в тостер. По тостеру мы опять прыгаем туда, попадаем в наш... И теперь мы идем на полку. На полке, значит, что мы делаем? На полке берем этот мячик и катим его в эту огромную штуку. Так. Вот. Все, стреляется это все в соседа. И теперь мы перенаправляемся в нашу... Там, где вот эти вот какие-то штуки... Ну, типа какие-то эти. Закидываем это в колу и стреляем это в соседа. Нам остается только запрыгнуть в тостер. Запрыгиваем в тостер. И теперь нам нужно что сделать? Нам теперь нужно забежать на этот проигрыватель наконец-то. Запрыгиваем на наш проигрыватель. Теперь с него перепрыгиваем в дом соседушки. Здесь должна была быть дверь, но ее нету. Но это не важно, потому что мы ее сейчас найдем. У нас есть телепорт, и мы по телепорту сейчас все это сделаем. Так, здесь у нас телепорт, ждем, и мы попадаем в эту дверь. То есть ждать где-то секунд 10, наверное. Все, мы прошли игру Hello Neighbor Alpha 3. Какая Alpha 3? Beta 3. Надеюсь, если вам понравилось, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Nubuzz. В общем...